кулинарием и сегодня пошалим. Что, прямо с утра? Именно, и попробуем мороженое по-взрослому. И коктейль, ну, неважно, по-каковски, главное, с любовью. Значит, тебе, Света, одна половина, а мне вторая, мороженого, разумеется. Я буду химичить по-новому, ну а ты старинчик. Я, конечно, нахимичу. Мороженое у меня сейчас зарядится апельсиновой свежестью, а утро невероятной бодростью. А у меня будет мороженое с солью, оливковым маслом и бальзамиком. Вот это бодрячок! Знаете, что, к примеру, в СССР раньше выпускали томатное мороженое, в составе которого были помидоры, чеснок, сливки, черный перец и перчик чили. Не томатное мороженое, но очень вкусный десерт готов. Посмотреть рецепты сегодняшних десертов можно в нашей группе ВКонтакте. Также оставляйте там свои вкусные и быстрые рецепты. И попадите к кулинарам. Давай уже пробовать.